Было слушание по делу пьяного лихача на БМВ Александра Руденко, по вине которого погибли двое детей и молодая женщина, пройдет сегодня в Центральном районном суде Барнаула. Напомним, полгода назад Руденко на своем внедорожнике промчался на красный свет и протаранил легковушку, где находились 5 человек. Трое погибли, еще двое получили серьезные травмы. На прошлой неделе прошло первое заседание по уголовному делу. Руденко вел себя странно, вины своей не признал, а на все вопросы отвечал, что ничего не помнит. Сегодня состоится второе слушание. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит до 9 лет лишения свободы. Подробности расскажем в вечернем выпуске новостей.